друзья, вышла iOS 18, первая бета, уже есть какие-то результаты. Что хочется сказать, с автономностью все плохо, в принципе, в работе более-менее все там работает. Там искусственный интеллект будет работать, естественно, с новыми устройствами, то есть iPhone 15 Pro, Pro Max и так далее, и точно так же, которые 16 модели выйдут. И опять же, все это будет релизно нам, когда? Правильно, во второй половине сентября. Но, чтобы обезопасить себя и ваш телефон работал нормально, вы могли сделать резервную копию и поправить кучу ошибок, я хочу вам порекомендовать очень классное программное обеспечение. Друзья, TinyShare Reboot – это очень классная программа. Режим восстановления, войти, выйти, обновление или понижение версии iOS, сброс настроек, то есть режимы, разные разблокировки и прочее. Чекаем. Точно так же от этой же компании iCareFone. Перенос данных, копии, резервные, прочее. То есть если вам нужно будет переносить все медиафайлы между собой очень удобно, комфортно, пожалуйста. Очень большой функционал, следует точно так же обратить на эту данную программу. Обязательно все ссылки будут в описании под видео, в закрепленном комментарии. Она очень будет полезна, как первая, так и вторая. Поэтому, друзья, если останутся какие-то вопросы, вы, конечно же, можете оставить их мне в комментарии. Исправление множества багов в системе iOS. Вот, друзья, как сами поняли, полезную программу чекаем. Все полезные ссылки будут в описании под видео, в закрепленном комментарии. Если у вас останутся какие-то вопросы, нужны будут советы, конечно же, обращайтесь ко мне. Накатывать, конечно же, я вам ее сейчас не советую. Это куча багов, куча фризов, там к бете 18.4, 18.3, возможно, уже на релизе, точнее, будет все нормально. Сейчас пока нежелательно. По автономности плохо, по работе так себе. Как бы какой смысл накатывать? Ради какого-то искусственного интеллекта новую плюшечку там докинули. Ну, больше там ничего интересного нет, по сути. Давайте будем откровенны. Как-то так. Дальше больше. Скоро увидимся.